Иди сюда. Ну что, Григорий, давай посмотрим, что это за панель я тут притащил. Да хорош лизаться. Рано. Рано еще, смотри. Крутится. Тоже хочешь потрогать? Да, вот такая панель. Не панель, а пушка. Давай. Лапкой грешачек покрутим. А? Смотрите на его глаза. Видите, один интерес. Да-да, пропал интерес. Ребят, если Грише понравилась вот эта панель, вы просто обязаны поставить лайк и обратить внимание. Я уже не знаю, что с вами делать. Пушка. Самое лучшее вложение средств. Купить не пожалеете. Все, Гриш, давай, пошел работать. Приветствую, друзья! Вы на канале «Есть вопрос» и сегодня необычное видео в плане того, что мы вот так подумали, как бы нам разнообразить контент. Сегодня лето, в принципе, нас радует этим. И многие задумываются, как обогатить свою развивающую среду. Поэтому получилась такая ситуация, когда у нас пришла панель, мы ее уже продали клиенту и, в принципе, мы бесплатно сейчас ее и соберем. Панель я эту вижу в первый раз, точнее, именно такой формат подачи панели. Это мобильная панель, которая будет переставляться на колесиках, передвигаться. Один важный момент. Мне нравится эта очень панель, она называется Smart Kids. Вот так это все пишется, в плане того, что на нее кучу всего вы можете докупать и навешивать. У этого клиента чуть позже появится настенный вариант, да, и он будет уже между этими панелями оборудование перекидывать. Вот это очень грамотное решение. Итак, оба варианта панели вы увидите в этом ролике, поэтому обязательно смотрим до конца, чтобы быть в курсе последних образовательных новинок. Это сейчас очень важно. Smart Kids из России не уходит, он будет, поэтому... Вкладывая деньги сюда, вы понимаете, что система перспективная и денежки ваши, как в случае с Лего, не будут под риском обесценивания. Погнали на распаковку и посмотрим, что же нас ждет. И для чистоты эксперимента, друзья, чтобы вы не думали, что мы там все это знаем, как многие блогеры делают, я понятия не имею, какое оборудование нам пригодится, поэтому я приготовил шуруповерт для открывания нож, а дальше разберемся. Давайте вскроем коробки, понятия не имею, что там пришло. И по ходу дела будем разбираться. Первая коробка большая. Здесь находятся панели. Вот так они выглядят. Вот вам показываю. То есть полная коробка панелей. Элементы для соединения между собой. Мы разберемся, как и что там дальше соединять. Далее. Вторая коробка. Распаковывается, размер другой, распаковываем. Его неожиданность, тут тоже панели. Убираем в сторонку. Далее у нас вот такая коробочка, маленькая. Это элементы с шестеренками, с которыми мы будем работать. То есть шестеренки, цветные шестеренки, это вы все увидите уже после сборки. Здесь у нас, смотрите, целый пакет колышек цветных. Соответственно, соберем, поиграем. И то, что, собственно, мы будем с вами собирать. Открываем. Состояние коробок – это транспортная компания. Соответственно, привезли нам DPD. Давайте посмотрим. Как все выглядит, как все упаковано. Мешочки с кислородом. Кто продает воздух? Smart Kids продает воздух. Так, вот такая коробка маленькая. Лоток для хранения. Все окей. Затестим, поймем, нужно ли приобретать или можно на этом сэкономить. Наша цель с вами практическая. Понять, где сэкономить, не потеряв практическую выгоду. И очень много пенопласт. Сейчас покажу, как все это упаковано. Вот так. Давайте смотреть. Уголки для защиты. Но скажите, кто так упаковывает? Просто скажите мне, кто упаковывает с уголками? Если бумажные я видел, пластиковых нет. Это у нас в коллекцию, в лаборатории упакуем кому-нибудь что-нибудь. Пенопласт.
много пенопласта. Мы с вами, если приобретаем для начальной школы или для детского сада, понимаем, что любой пенопласт, любой картон у нас идет на очумелые ручки, да, то есть работаем с вторичным сырьем на поделке. И все, и дальше фанера. Фанера, сразу говорю, шлифованная, качественная. Отверстия все сделаны. Ну, давайте начнем собирать. Сейчас я не буду затягивать. И дальше поймем, совпадают ли отверстия друг с другом, насколько это легко и насколько вы справитесь сами со сборкой, тем самым можно сэкономить на монтаже. Такие дела. Полетели. Итак, друзья, распаковал. Что удивило? Упаковано, еще раз говорю, это вроде ерунда, очень хорошо. Вот для понимания, внутри находятся вот такие листы во всю высоту изделия. Соответственно, ничего у нас не поцарапается. Это первое, что я увидел. Второе. Все внутри забито вот такими пакетиками, которые влагу впитывают. Да, помимо тех уголков, которые защищают от сколов. Все в лаке, везде лак. Соответственно, ничего у нас не завернет. Конечно, если в баню вы не, на хранение не уберете этот набор, то ничего страшного не будет. Вот такая инструкция нас ждет. И, да, коробочка с элементами. Инструмента нет. Нам понадобится для сборки торкс, шестигранник и отвертка крестовая, одна штука. Колесики есть. Есть вот такие ручки, я не знаю. Они весят столько, что можно авианосец просто на китайских мощностях собрать. Вот такие дела. Просто элементы меня поражают своим качеством. Ну и история эта стоит недорого. Хотите узнать, сколько она стоит по нынешним временам? Смотрим до конца. Погнали к сборке. Быстренько соберем, без комментариев. Почему? Да потому что в инструкции каждый шаг подписан, а на каждом элементе есть наклеечка с цифрой. Допустим, это цифра 4. Соответственно, если 1 плюс 4, вы уж поймете, чем собирать и как. Поэтому тут ничего не требует. Быстро ускоряемся и go в сюжет. Итак, друзья, полчаса работы не прошли даром. Собрал я вот эту конструкцию. Один человек собрать может, в принципе, без проблем все нормально. Папочку можете кого-то активного попросить, все это он сделает. Инструкция очень простая. Это основное полотно, оно не симметричное, то есть у него есть верх и низ. Обращайте на это внимание, все, дальше в сборке проблем не будет. Что осталось сейчас? Осталось соединить вот эти элементы, основные, с которыми мы с вами, собственно, и будем работать. Поэтому я еще сейчас ухожу на какое-то время, скажу, сколько времени это у меня заняло с двух сторон соединить. И, собственно, тогда уже перейдем к практической части и увидите, чем эта панель так хороша. Итак, друзья, вот результат, к которому стоит стремиться. Мы собрали первую сторону, ушло 25 минут на нее, да, в прошлый раз мы считали с вами полчаса, ну там плюс-минус 5 минут, в общем, на полтора часа рассчитывайте, что займет сборка вот этой панели у людей с руками. Если я у мамы плотник, тогда, наверное, уйдет больше времени, но все это легко делается. Смотрите, как классно получилось, все заглушечками, все ровненько. А единственное, на что обратил внимание, вам проговорю, если вы дизайнер от бога и видите тона-полутона, то вот из разных коробок панелей чуть-чуть отличается цветом. Вы знаете, что и обои отличаются из разных партий, вот из разных коробок чуть-чуть буквально отличается. Я это вижу, кто-то этого не заметит, да, потому что, ну, не видит. И неважно, на функциональность влияет. Очень красиво получилось. Сейчас я вам покажу, как собирать вот эту основу для того, чтобы вы справились и не делали тех ошибок, которые совершил я. И еще один момент. Раскрылся секрет вот этой верхней планки. Мы долго гадали, для чего она нужна. Смотрите, все эти панели, они прикручиваются саморезами. Я сейчас вам покажу. То есть вот у нас вторая сторона. Давайте. Вот так я поставлю. Вот вы видите, как это выглядит. У меня есть элементы. Показываю. Что я использую для сборки. Вот такие пенечки, это заглушки. Далее соединители. Такие на сосиски похожи. Заглушки по периметру. Если необходимо, я их вот в этой панели, честно говоря, не вижу смысла вообще использовать. Шурупы.
Так, и сами панели. Использую я шуруповерт и его выставил на слабый момент затяжки. Чтобы вы понимали, да, то есть, чтобы саморезы у меня не рвали фанеру. Итак, как вся эта история работает? Панель втыкается вот в эти отверстия. Вы не ошибетесь, просто приложили, вот она соединилась, не выпадывает. И далее она крепится вот этими саморезами. Если бы у нас симметрично, да, та сторона и эта была, то саморез бы втыкался с той стороны и с этой стороны. Поэтому нам сделали сверху планку, чтобы их немножко друг от друга разнести. Вот для чего она нужна. Это для юных инженеров, я все объяснил, а теперь переходим к процессу сборки. Для того, чтобы собрать, да, нашу конструкцию, нам необходимо взять элемент и вставить в него соединители, которые будут соединять один элемент с другим. Вставляем с левой стороны и снизу, потому что правая сторона и верх у нас с вами вот здесь, да, они заняты. Далее берем второй элемент. Соответственно, если это нижний элемент, мы вставляем снизу, опять же, да, слева. И вот в эти торчащие сосиски, соединители. Все, у нас получается вот такая конструкция. Я их скручиваю рядами, чтобы не тратить ваше время. Сейчас еще одну покажу, чтобы вы понимали, как это все соединяется. Да? То есть возьмем верхнюю, соединим снова. Вот таким вот образом. И для чего нам нужны заглушки? Видите, вот здесь у нас ровно, то есть сверху ты не увидишь. Заглушки двух типов нам нужны. Первые, которые закрывают саморезы, а вторые, которые закрывают торчащие части. Грубо говоря, если бы мы это все монтировали с вами на стене, то вот эта сторона у нас бы была сверху, и вы видели вот эти прорези. Чтобы их не видеть, вы вставляете вот такую заглушечку. Вот так это все у нас выглядит. И все по красоте, все ровненько, аккуратненько. Смотреть приятно. Здесь смысла вообще никакого в этом нет, просто тратить материал. Ну, вроде его и так выкидывать, но я не буду этого делать. Зачем? Если вдруг у меня когда-то появится такая панель, эти штуки не придут, и я лучше их возьму, да и соединю. Все, для вас, в принципе, я показываю, как теперь мы работаем с саморезами. Берем шуруповерт, берем саморез и вот так вставляем и закручиваем. Слабый момент затяжки, да, проверяем, что затяг достаточен. А на что влияет затяг? Это когда вы будете гвоздики, элементы, да, игровые вынимать, чтобы у вас не трепыхалась вот так панелька сама. Все, и дальше в каждое отверстие мы закручиваем. Вот раз, два, три, четыре. То есть каждую панель фиксируем на 4. Если вы ленивый, на свой страх и риск делайте на меньшее количество. Как бы я вижу, что здесь перестраховка, но я это делаю для клиентов, поэтому делаю нормально. Для себя бы столько крепежа не делал. Далее нам нужно будет вставить заглушки, чтобы все было очень красиво. Смотрите, как вставляются заглушки. Вот такая у них ответная часть. Вот так вот выглядит. Надеюсь, сфокусировалась. Нам вставлять через силу ничего не надо. Вот смотрите, я просто вертикально, там внутри есть прорези, вы их увидите, аккуратненько вставил. Ох, моя моторика мелкая, вот так. И он защелкивается. И ровно. Если я вставляю неровно, вот так вот. Нет, я тоже ровно вставил. У меня уже рука набита просто. Так, смотрите, если я вставляю неровно, то она торчит. И мне хочется ее задавить. Поэтому я ее так проворачиваю, и она защелкивается. Смотрите, как здорово и красиво. Вот, смотрите, видите, неровно встала, она торчит. Я ее просто беру, проворачиваю, и она встает ровненько. Все, очень красивая панель получается. Сборка вообще доставляет одно удовольствие, а игра, чуть позже вы увидите, какие классные игры, какие элементы для нее есть. Итак, друзья, полтора часа наших стараний не прошли даром. Панель готова, и, собственно, на понимание вы приобретаете только панель и те элементы, которые вам необходимы. Все продается отдельно. Соответственно, вы можете купить настенную панель, можете вот такую мобильную панель.
которая будет за вами передвигаться в любое место, где вы хотите поработать, или между группами, или по начальной школе. А дальше все, что вы хотите, приобретаете. Хотите для физики или STEM-лаборатории, да, насосы различные. Хотите более художественные, вот такие колышки, например. Давайте посмотрим на них внимательно и как они работают, я вам объясню. Вот смотрите, колышки нескольких цветов. Я сейчас для вас распаковал два цвета, оранжевый и синий. Внимательно смотрим наверх, видите, у него есть такая канавка. Для чего она нужна? Для шнуровки. То есть это дополнительное такое задание, что вы дети можете попросить прошнуровать. Далее, давайте попробуем и посмотрим, как они работают, насколько крепко они держатся. Вставляем. И щелчок такой происходит, вот смотрите, не достается, а тянем — достается. То есть такой фиксации, это важно, то что дети могут строить достаточно прочные конструкции. Давайте что-нибудь попробуем изобразить, получится или нет. Чтобы не затягивать, буду через одну штуку делать. Давайте сделаем цветочек. Достойная игра, достойная вашего внимания. Здесь я вам показал, как мы работаем с мозаикой, точнее с колышками. Далее у нас есть мозаика, геометрическая мозаика с разными формами. Цвет плюс-минус, он правильный, да, нет цвета вырви глаз. Давайте попробуем шестеренки, то есть у нас есть с вами вот такой набор. Обратите внимание еще, что у нас все это лежит в системе хранения. И давайте, опять же, я сделаю для чистоты эксперимент, ну, чтобы... Просто переверну на вторую сторону. В принципе, это все не очень тяжело. Вот я один справляюсь. И сейчас я возьму второй набор. Это набор шестеренок. Цепь. Две ведущие. Ведущая, ведомая шестерня. Ну, основные, можно сказать. Этот-то ведущий, вроде как, предполагает, что мы за них крутим. Я хочу посмотреть, можно ли увеличивать или уменьшать цепь. Можно, да, соответственно, мы можем ее разделить на две, если того потребует. Дальше шестеренки. Опять же, хороший цвет. Кто-то сейчас скажет, что ты про цвет заладил. Цвет — это очень важно. Когда дети изучают цвет, мы должны им давать предметы правильных цветов, чтобы они не путались. То есть оранжевый должен отличаться от желтого и от красного. Вы здесь видите, что разница есть. В неоновых цветах разница не столь очевидна, поэтому не стоит их использовать в детских садах именно для изучения. А поскольку мы говорим, что дети учатся через игру, да, и основная их деятельность игровая, то любое приспособление, которое вы применяете, любое пособие, должно быть правильно. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь с вами есть, собственно, все шестеренки. И есть один недостаток, я о нем вам говорю честно сразу. И, ну, меня об этом не предупреждали. На чем мы будем все это дело крепить? Смотрите, оно же само не крепится. Но вам-то я это все дело покажу. То есть имейте в виду, если вы заказываете шестеренки, обязательно заказывайте болтики. Итак, друзья, у нас болтики есть, вы не переживайте. На этом съемки не останавливаются. Дело в том, что когда настенную панель мы приобретали, я сразу заказывал болтики, потому что дети их любят закручивать. Большое количество их у меня пришло. А вы знаете, что вам необходимо приобрести их дополнительно, если хотите работать с этими шестеренками. Итак, начинаем строить. Ведущая шестерня у меня крепится. Видите, как легко вращается. Далее берем ведомую и тоже закручиваем. Смотрим, работает или нет. Легко, классно. Я в этом уже эксперт. Я столько всякой ерунды уже на своем веку повидал, что если что-то не крутится, то оно не крутится. Отлично. Так, друзья, в комментариях, во-первых, ставим лайк, во-вторых, пишем в комментариях, где у нас паразитная шестерня, какого она цвета. С вас этот вопросик, ответ. Смотрите, если мы хотим поменять ведомую и ведущую шестерню, да, то есть не обязательно перекидывать местами, здесь у нас тоже есть место для пальчика. Да, на средней шестерне, на маленьких такого нет. Вращать будем за нее. Все. Классический вопрос. Куда вращается шестерня
да, ведомая, если мы крутим ведущую. В какую сторону? Да, потом, когда через паразитную шестерню мы это все делаем. Самые внимательные уже что-то начинают писать. Да. И вот такие интересные рисунки мы можем с вами сообразить. Но помимо этого, у нас же с вами есть прекраснейшая цепочка, которая так и тянет к себе, чтобы мы что-нибудь с ней изобразили. Давайте поэтому вот так сделаем. Вот сюда сейчас все это дело закрепим. Я хочу, чтобы вот так это было. Все это дело поднатяну. Я не знаю, сработает или нет. Это импровизация в прямом эфире. Да, и точно заслуживает вашего комментария. Будет работать или нет? Смотрите, цепь болтается. Ну что? Секунда, пишем. Проверяем. Тра-та-та-та-та. Все, плохо работает. Здесь хорошо. Детям говорим, исправьте эту проблему. Надо нам создать натяжитель. Давайте создадим натяжитель. Каким образом? Вот таким. Цепочку сюда воткнули. Ищем отверстие, в которое оно подойдет. Раз, натяжитель. Слетает. Нет, все, уже справится. Но я чувствую, что есть биение. Соответственно, надо тут еще поработать, чтобы у нас все было четенько и красивенько. Но с этим не буду справляться я, ведь вы сами будете экспериментировать. Я вам показал, насколько классные инструменты у вас есть. Итак, друзья, еще одна секундочка, о чем я хотел вам сказать. Давайте посмотрим, чем отличается мобильная панель от панели, которая настенная. Давайте перейдем в наш коридор, и я вам все это объясню. Итак, друзья, как и обещал, два вида панели. То есть мобильная панель выглядит у нас вот таким образом. Смотрите, как легко я ее вращаю. И при всем при этом, друзья, я всегда ее могу зафиксировать с помощью тормозов. И никуда она уже не уедет. Второй момент, это настенная панель. Вот она у нас так оформлена, так висит. Это, кстати, высота, которая самая удобная для детей. Мы вымерили 30 сантиметров от пола. Видите, вы не зря смотрите наш канал. 30 сантиметров от пола, и дети ваши будут счастливы. Высоту сильно не задирайте, там уже воздух, просто никто не дотянется. Итак, друзья, по ценам. Смотрите, те, кто досмотрел до конца, получают бонус, ведь вы начнете разбираться. Вот эта панель мобильная будет стоить примерно у разных поставщиков и на разный момент времени 110 тысяч рублей. С одной стороны, вы скажете, что так дорого? С другой стороны, вы получаете мобильное решение, которое с двух сторон с панелями за 110 тысяч рублей. Вот эта панель в том же размере будет стоить 60 тысяч рублей. Плюс-минус там в копейки ударяется это все дело, но пустые. Дальше вы все допами докупаете, когда хотите. Это классное решение, что никто вас не заставляет приобретать целый комплект. Вы по мере возможности и необходимости будете брать либо шестеренки, либо вот винтики, либо еще что-то другое. По сборке вот эти панели, они растущие. Для вас это что важно? То есть если у вас большой кабинет или у вас большой коридор, вы можете опять же по мере возможности приобрести одну панель, потом вторую и третью, да, увеличивая тем самым размер. Здесь рассчитано все таким образом, и даже в комплекте есть направляющие, что вы не промахнетесь, не сдвинете одну панель относительно другой, то есть у вас все будет друг с другом сочетаться, то есть все шестеренки по вертикали будут работать, ничего у вас никуда не сдвинется. Это очень классное решение и очень удобное, в которое действительно стоит вкладывать. Лаборатория игровых технологий, канал «Есть вопрос», ерунду не посоветуют. Сейчас это одно из самых топовых решений. Поэтому мотайте на свой ус. Итак, друзья, в коридоре мы все посмотрели. Теперь вы знаете, чем отличается одна панель MasterKids от другой. И в принципе вы понимаете, что система растущая и стоит вашего внимания. Хочу обратить важное внимание на одну вещь. Вы видели, как я все складывал, мне не хватало места, у меня что-то порой вылетало. То есть накопитель, он хоть и универсальный, он есть по умолчанию, но он недостаточно вместительный. Показываю вам волшебный накопитель, который будет и красивый, и более вместительный. Та-дам! Я его уже собрал вместе с нашим оператором Сергеем за кадром. И выглядит он вот таким вот образом. Как его фиксировать, спросите вы. На болтики. Эти болтики в комплект входят. Так. Закручиваем. Первый. Закручиваем второй.
Опять же, я не вижу большого смысла закручивать в середине. Если есть, то закручивайте, если есть желание, я имею в виду. И вот такие хорошие накопители, да, уже у нас более вместительные. При этом это непростой накопитель. Сейчас я вам покажу его фишку. Откручу только. У этих болтиков специальная круглая головка для того, чтобы дети ручками их не откручивали, чтобы они понимали, что этот болтик сложно открутить, лучше я вот такой откручу. Смотрите, что находится у нас внутри. Внутри у нас есть вот такое отделение и сверху прорезь. Для чего это сделано? Друзья, у некоторых наборов есть карточки. Для того, чтобы с карточками было удобно работать, после того, как вы рабочий материал высыпали, вы достаете эту карточку из заднего отделения и вставляете вот в эту прорезь. Карточка у вас зафиксирована надежно, опирается одной стороной в прорезь, второй на панель. И все, вы только получаете удовольствие от того, что работаете с этой панелью. Такие дела. Итак, друзья, с вами был Александр и канал «Есть вопрос». Сегодня я постарался вам показать все, что есть у MasterKids для вас, но поверьте мне, это далеко не все. Там куча разных маленьких досок, которые вы можете навешивать. В общем, если остались вопросы, go к нам на сайт, все смотрим и изучаем. Ссылки в описании. Описание — это то, что под видео. Те, кто не знал. С этой панелью мы прощаемся, а с вами увидимся в следующем видео. Напишите комментарий, что вам показать. У нас есть пару сюрпризов для вас. В следующих видео вы увидите, формат будет немножко другой. С вами Александр, канал «Есть вопрос». До новых встреч. Пока.